шелковый путь. В красоте танца мы видим отражение духовных связей и традиций народов Евразии. Ансамбль танца «Казань». Фрагмент из спектакля «Великий шелковый путь». Художественный руководитель, народный артист Республики Татарстан Чулпан Закирова. Вот исключение. Вперед уходим, вперед, вперед уходим, ведущий вперед уходим. И сразу я раз, не надо говорить фрагмент. Ансамбль уже выделяет. Хорошо, правда? И мы быстро уходим, ладно? Здесь очень стремительно. Быстрее, быстрее! Алмаева, Сапушки, Узкие, Арский район.